В Подмосковье открылся Всероссийский совет трудовых коллективов. Его проводит Компартия России. Говорят о мерах по развитию экономики. В центре внимания – возрождение промышленности и сельского хозяйства. Это, считают в КПРФ, позволит обеспечить реальное импортозамещение. Наша страна может и должна пополнить бюджет за счет реальной экономики. Напомню, мы ежегодно тратим около 40 миллиардов долларов на закупку продовольствия. А ведь мы могли бы не только производить ввозимые продукты питания у себя, но и дополнительно кормить отборными продуктами 500 миллионов человек. Возрождение промышленности и сельского хозяйства – это то, что обеспечит реальное импортозамещение. Ответственная власть должна заниматься их восстановлением и наведением порядка в финансовой сфере –